вечернего дня предпочел просмотр первой игры обновленной российской сборной под руководством нового главного тренера. В надежде на то, что мы увидим у этой нашей сборной новое лицо, и оно будет существенно отличаться в лучшую сторону от образца чемпионата Европы, который завершился в этом году для нас не слишком удачно, скажем так. Ну и давайте, наверное, сразу о составах. Сборная России против сборной Турции. Стадион в Анталии практически переполнен. И есть все атрибуты, которые должны присутствовать для матча подобного рода. Стадион красавец переполнен практически до отказа. Очень много болельщиков пришло посмотреть. И можно этот матч назвать даже не товарищеским, а дружеским. Потому что здесь уже довольно много флешмобов было с участием болельщиков и той, и другой команды. Около 1000 поклонников российской сборной на трибунах. Всем розданы флажки и флаги побольше. Вообще была очень красочная церемония перед началом матча. Ну, давайте сразу о составах команд. Матч стартовал, и первая минута. По расстановке, естественно, будем разбираться чуть позже. Состав российской сборной – это то, что интересует, наверное, всех нас в первую очередь. Итак, в воротах первый номер Игорь Кенфеев, 18-й Юрий Жирков, 24-й капитан команды Василий Березуцкий, 3-й Иван Новосельцев, 13-й Федор Кудряшов, 20-й